Всем доброе утро! Встречаю утро у Балтийского моря. Я не знаю, меня слышно будет или нет. Ветер очень сильный, холодно. Было солнце, и моментально вот оно ушло. И сейчас очень красиво. Погуляем со мной. Здесь у нас за мной летнее кафе. Оно давно уже стоит. Вот это вот у нас ресторан открылся уже при мне, Эко. И это сделали буквально несколько лет назад, уже при мне. Раньше, когда я только приехала сюда, этого не было. Было более аутентично, были камни. Мне больше нравилось, конечно, но сейчас вот сделали, облагородили, можно так сказать. Но мне нравилось более натурально, природно то, что было. Солнце у нас вот там где-то за мной. Вам, наверное, не видно. Немножечко есть. Небо, конечно, очень красивое. Но ветер. Очень холодно, надо капюшон надеть. Здесь без капюшона в такое время нереально. Народ гуляет даже в такую погоду. Я тут снимаю, девушка, собачка гуляет, вот они пошли, поздоровались. И вид у нас, конечно, очень хороший. Замечательный. Красота. Погуляйте со мной. Я не знаю, что получится из этого видео с таким ветром. Получится ли поболтать. И, наверное, пойду немножко где потише, подальше от моря. Море, конечно, прекрасно, но шумно для того, чтобы поговорить. Эти у нас пляжные вещи уже собираются убирать, по всей видимости. Их сюда перенесли, в одно место. Хотя у нас есть моржи, которые любят купаться зимой в любое время года. Но их не так много. Я, по крайней мере, единицы видела. Как мужчины, так и женщины, кстати. У нас там корабль, наверное, с Финляндии идет. Кстати, здесь вот для пикника место отдыха. И там вот вдалеке кораблик. Это у нас место для серфинга. Сейчас, конечно, он закрыт, но в летний период активно использовали. И его поставили в прошлом году, в начале пандемии появился. И, кстати, вот здесь вот рядом, здесь вот были кусты. Они их расчистили, чтобы был выход. И я помню, что люди немножко были недовольны. Ну, вот такой серфинговый центр. Так что, может быть, как-нибудь стоит попробовать, но не знаю. Я ни разу не пробовала на серфинге. Это шиповник. И, кстати, вот этот шиповник здесь вообще не собирают, я, по крайней мере, не видела. И он такой огромный. У меня на родине его в аптеке продают. Прям вот сами плоды эти собирают, высушивают. И я помню, я делала чай из шиповника. А здесь как-то
не особо популярен он почему-то. Может быть, это другой сорт? Кто знает, подскажите. Вот, пожалуйста, вот он растет. Бери, не хочу. Идем вот туда. С утра гуляю, вот там еще с собачкой гуляет женщина. Короче, народ такой с утра такой доброжелательный, все здороваются. А обычно днем или вечером, когда здесь гуляешь, нет такого. Утром какой-то особое, видимо, настроение, атмосфера у людей. Или утром народ очень позитивный, к вечеру уже, когда темнеет, наверное, уже не так становится весело. Так, я пришла вот сюда. Надеюсь, голова кружиться не будет. Там, по-моему, церковь за нами. Да, там где-то церквушка есть наша местная. Одна из. Здесь елка упала. Сейчас покажу. И это ветка от сосны. Какая она огромная. Ну, такие вот у нас ветра, шторм, что сносит. А вот сюда идет дорога. Там вот у нас мясной и рыбные магазинчики. Такие маленькие фермерские магазины. Наши местные. Очень хорошая продукция, качественная и, самое главное, вкусная. Я так замерзла, что теперь захотелось что-то горячего. Какого-нибудь мяса на гриле. Но гриль мы делаем только уже в духовке, на улице уже не делаем. Но есть люди, которые делают и круглый год, зимой тоже. Но это редкость. Чаще всего нет.